Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня мы с вами будем вязать вот такую очаровательную кружевную салфетку. Давайте рассмотрим ее поближе. Очень красивая. На первый взгляд у нее простая серединка. Но это не так. Здесь есть несколько рядов сложных столбиков. Вязать ее очень интересно, увлекательно. Очень красивая кайма необычная у этой салфетки. Я вязала ее много раз. Сейчас прикреплю фото салфеток в другом цвете, которую я вязала ранее. Я приготовила еще одну салфеточку. Вот у меня осталась, связанная по этой же схеме. Посмотрите, как сильно отличается размер. Поэтому у каждой вязальщицы получится салфетка своего размера, но эти у меня связаны из разных ниток. Верхняя бежевая из лилии, а вот эта терракотовая из астры. Размер одной у меня 31 сантиметр, а нижней 39 сантиметров. Хотя вязала я их крючком одного размера, 1,25, но об этом я скажу позже. Очень красивая салфетка, нарядная. Мы с вами подробно разберем ряд за рядом. Здесь много сложных столбиков. Мне очень нравится схема этой салфетки. Сейчас также прикреплю ее на экране. Можете сделать скрин. Много сложных столбиков, но мы все подробно разберем. Каждый столбик. И хотя салфетка состоит из 22 рядов, как видите, размер у нее получился не такой уж и маленький, 39 сантиметров, как я уже сказала. За счет того, что много столбиков с двумя накидами, также есть столбики вот сложные вот эти, и с пятью накидами, с тремя. Поэтому она такая и большая, но относительно, конечно, большая. Но не маленькая для 22 рядов, это размер, я считаю, очень даже хороший. Если вам понравилась эта салфетка, присоединяйтесь. В конце видео мы с вами свяжем такие красивые салфетки. Поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Также хочу напомнить, что вы можете оформить спонсорство. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Поддержать канал. Видео этого мастер-класса получилось длинное, поэтому я сделала его из двух частей. Ссылки на вторую часть я также оставлю в описании под этим видео. На первый взгляд схема кажется сложной, но на самом деле эти столбики вязать очень интересно, увлекательно. Ну давайте приступим к работе. Вязать эту салфетку я буду из пряжи из Троицка Астра. Это 100% мерсеризованный хлопок в 100 граммах 610 метров. Вот такая тоненькая ниточка. Очень красивый цвет я выбрала. Называется цвет кирпичный. Крючок буду использовать 1,25. Итак, делаем начальную петлю. Набираем цепочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И соединяем в первую воздушную петлю при помощи соединительной петли в колечко. Вяжем первый ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Начальный столбик с накидом. Далее еще 2 воздушные петли. 1, 2. Это арочка из 2 воздушных. Накид и в колечко. В серединку. Сразу хвостик мы будем обвязывать. Провязываем столбик с накидом.
2 воздушные, 1, 2, столбик с накидом в колечко, 2 воздушные. Мы с вами провязали 3 столбика с накидом, считая первые 3 воздушные петли подъема. Давайте сделаем еще 5 столбиков, всего у нас должно быть 8. Между ними арки из 2 воздушных петель и встретимся в конце ряда. Итак, провязали 8 столбик с накидом, 2 воздушные петли, 1, 2, это последняя арка, и в третью воздушную петлю подъема, 1, 2, 3, вершину начального столбика с накидом делаем соединительный столбик. Соединили. Первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Начальный столбик с накидом. В следующую арку провязываем 3 столбика с накидом. 1. Сюда же второй. И третий. Теперь столбик с накидом в следующий столбик. 3 столбика в арку. Первый. Второй. Третий. Так вяжем по кругу. В каждую арочку провязываем по 3 столбика и в каждый столбик по столбику с накидом. Встречаемся в конце ряда. Провязали последние 3 столбика с накидом в арку и делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема, вершину начального столбика с накидом. Второй ряд у нас готов. Вяжем третий ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, еще 3 воздушные, 1, 2, 3, это арочка. Пропускаем следующий столбик и в следующий вяжем столбик с накидом. 3 воздушные, 1, 2, 3. Пропускаем в следующий столбик с накидом. 3 воздушные. Пропускаем 1 в следующий столбик с накидом. Так вяжем по кругу. Подошли к концу ряда, провязали последнюю арку из 3 воздушных петель и делаем соединительный столбик 1, 2, 3 в третью воздушную петлю подъема, в вершину начального столбика с накидом. Третий ряд у нас готов. Вяжем четвертый ряд. Делаем соединительный столбик в следующие 2 воздушные петли на арке. Первая и вторая. Подошли к середине арочки. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Начальный столбик с накидом. И в эту арку провязываем столбик с накидом еще один. Теперь столбик с накидом в следующий столбик. В следующую арку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Провязали столбик с накидом в столбик. В следующую арку 3 столбика с накидом.
столбик. Так, вяжем по кругу, в каждую арку провязываем по 3 столбика с накидом и в каждый столбик по столбику. Все, вяжем по кругу. Подходим к концу ряда. Провязали последние 3 столбика в арку. Теперь столбик с накидом в следующий столбик. И в следующую арку нам нужно довязать третий столбик. Провязываем столбик с накидом в следующую арочку, чтобы также у нас было 3 столбика. Провязали и соединяем в третью воздушную петлю подъема вершину начального столбика. Вот так. Четвертый ряд у нас готов. Вяжем пятый ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Начальный столбик с накидом. 2 воздушные петли. 1, 2. Это арочка. Пропускаем столбик. И в следующий столбик с накидом. 2 воздушные. Пропускаем один столбик. В следующий столбик с накидом. 2 воздушные. Так. Пропускаем в следующий столбик с накидом. Так, вяжем по кругу. Здесь у нас арки из 2 воздушных петель и столбики с накидом через один столбик провязываем. Подошли к концу ряда, провязали последнюю арочку из 2 воздушных петель и делаем соединительный столбик 1, 2, 3 в третью воздушную петлю подъема. Пятый ряд у нас готов. Вот у нас получается ровный кружок. Вяжем шестой ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Начальный столбик с накидом. В арку провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. В следующий столбик с накидом. Вот ниточка немножко скручивается, приходится ее раскручивать. Очень хорошая нитка астра, но вот единственный недостаток, она сучится при вязании. Провязали теперь в арку 3 столбика с накидом. Столбик в следующий столбик. Так, вяжем по кругу, провязываем в каждую арочку по 3 столбика с накидом и в каждый столбик по столбику с накидом. Встречаемся в конце ряда. Провязали последние 3 столбика с накидом в арку и соединяем вершину начального столбика. Шестой ряд у нас готов. Если немножечко сборит, ничего страшного. Последующими рядами все расправится, выровняется. Вяжем седьмой ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Начальный столбик с накидом. 1 воздушная петля. Арка. Пропускаем следующий столбик. И в следующий столбик с накидом. 1 воздушная. Пропускаем столбик в следующий столбик с накидом. 1 воздушная. Пропускаем в следующий столбик с накидом. Воздушная петля. Пропускаем в следующий столбик с накидом. Так, вяжем по кругу самостоятельно. Все арочки из одной воздушной петли. И столбик провязываем через один столбик. Подошли к концу ряда, провязали последнюю арочку из одной воздушной петли и делаем соединительный столбик в вершину начального столбика в третью воздушную петлю подъема.
Седьмой ряд у нас готов. Вяжем восьмой ряд. 3 воздушные петли. Начальный столбик с накидом. В следующую арку из одной воздушной петли столбик с накидом. В следующий столбик с накидом. Теперь в арку столбик с накидом. В столбик. В следующую арку столбик с накидом. В столбик. Так вяжем по кругу. В каждую арочку провязываем по одному столбику с накидом. И в каждом столбик также провязываем по столбику с накидом. Встречаемся в конце ряда. Итак, подошли к концу ряда, провязали последний столбик в арку и соединяем вершину начального столбика. Восьмой ряд у нас готов. Сейчас начинается самое интересное. Давайте рассмотрим столбики на схеме. Вот у нас 9 и 10 ряд. Сейчас будем вязать 9 ряд. Вот такой сложный столбик. Он состоит из 2 столбиков с общей ножкой. Между этими столбиками арочки из одной воздушной петли. Итак, вяжем 9 ряд. Делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Это у нас ножка и столбик с 2 накидами. И общая ножка. 2 накида. Вставляем крючок 1, 2 во вторую воздушную петлю. И провязываем столбик с 2 накидами. Выполнили начальный столбик сложный. Вот такая у нас капелька на ножке. Далее 1 воздушная петля. Это арочка. 3 накида. Пропускаем столбик следующий. И в следующий провязываем столбик с 3 накидами не до конца. 1, 2, 3. Попарно закрыли 3 раза, 3 накида. 2 петли на крючке. Делаем 2 накида. И вставляем крючок в перемычку. Вот у нас 2 ниточки. Это у нас первый накид. Вот за 2 нитки вот так вставляем. Вытянули ниточку. Закрываем 2 накида. Первый, второй попарно. 3 петли на крючке. Закрываем за 1 прием. Вот такой столбик. Давайте еще раз. 1 воздушная петля арка. Не забываем провязывать между сложными столбиками. 3 накида. Пропускаем столбик и в следующий провязываем столбик с 3 накидами. Не до конца. 2 петли на крючке. 2 накида. Вставляем крючок под первый накид, вот в перемычках из 2 ниточек. Вытянули нитку. Закрываем попарно. 1, 2. 2 накида закрыли. 3 воздушные, так, 3 петли на крючке. Закрываем за 1 прием. 1 воздушная петля арка. Давайте еще повторим. 3 накида пропускаем, в следующий провязываем. 1, 2, 3. 2 накида вставляем в перемычку первого накида. 1, 2 и закрыли. Столбик готов. 1 воздушная петля. Не забываем провязывать арочки. Все, продолжаем вязать вот такие сложные столбики. На самом деле они не такие уже сложные. Очень даже интересно их вязать. И встречаемся в конце ряда. Подошли к концу ряда, провязали последний сложный столбик, 1 воздушная петля и соединяем вершину первого столбика. Соединительной петлей. Девятый ряд у нас готов.
Вяжем 10 ряд, делаем соединительный столбик в следующую арку. И вяжем сложный столбик. Делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Это первая ножка столбика. 2 накида. И в следующую арочку столбик мы пропускаем, вставляем крючок в арку. Провязываем вторую ножку столбик с 2 накидами. Получился треугольничек и еще одна воздушная петля. Это начальный столбик. Далее 2 воздушные петли. 1, 2. Делаем 3 накида. 1, 2, 3. Вставляем крючок в ту же арку, куда провязывали вторую ножку предыдущего столбика. Вытянули ниточку и провязываем 2 накида. 1, 2, 3 петли на крючке. Снова делаем 2 накида. Вставляем крючок в следующую арку между двух столбиков. И провязываем 2 накида. 1, 2, 4 петли на крючке. Подхватываем нить, протягиваем через 3 петли. И еще раз 2 петли закрываем. Вот такой столбик. 2 воздушные арочка. 1, 2. Давайте еще раз вместе провяжем этот столбик. Итак, делаем 3 накида. Вставляем крючок в ту же арку. Закрываем 2 накида. 2 накида. В следующую арку вставляем крючок. Закрыли 2 накида. Подхватываем нить через 3 нитки, петли протягиваем. И теперь через 2. Все, закрыли. Столбик готов. 2 воздушные. 3 накида. Первая ножка в ту же арку. 2 накида. Следующая ножка в следующую арку. Через 3, через 2. Все, столбик готов. 2 воздушные. Не забываем провязывать арки из 2 воздушных петель. Все, вяжем по кругу самостоятельно. Подошли к концу ряда. Провязали последний столбик, 2 воздушные петли, арку. И соединяем вершину начального столбика. Вот воздушную петелечку. Вот у нас треугольничек заканчивается, и вот в эту петельку. Соединили. 10-й ряд у нас готов. Вяжем 11-й ряд. 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. В следующую арку провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. В следующий столбик с накидом. Далее арка из 3 воздушных. 1, 2, 3. Пропускаем арочку и в следующий столбик, вершину, столбик без накида. Три воздушные. 1, 2, 3. Следующий столбик провязываем столбик с накидом. Три воздушные. 1, 2, 3. В следующий столбик без накида. Три воздушные. 1, 2, 3. В следующий столбик с накидом. Так, далее в следующую арку 2 столбика с накидом.
Первый и второй. В следующий столбик, столбик с накидом. В следующую арку 2 столбика с накидом. В столбик с накидом. В следующую арку 2 столбика. Столбик. И в четвертую арку также провязываем 2 столбика с накидом. Теперь столбик в столбик. Все, у нас здесь в 4 арочки мы провязали. Далее вяжем также арку из 3 воздушных. 1, 2, 3. В следующий столбик, столбик без накида. 3 воздушные. 1, 2, 3. В следующий столбик, столбик с накидом. 3 воздушные. 1, 2, 3. Столбик без накида. В следующий столбик. 3 воздушные. Столбик накидом. Так, следующую арку 2 столбика с накидом. Теперь в столбик. Снова 2 столбика в арку. Это уже вторая арочка. В столбик. Третью арку провязываем 2 столбика с накидом. Теперь в столбик. И в четвертую арку 2 столбика с накидом. Столбик с накидом. И снова арки из 3 воздушных петель. Давайте еще раз провяжем вместе 3 воздушные петли. Столбик без накида. В следующий столбик. 3 воздушные петли. Столбик с накидом. В следующий столбик. 3 воздушные. Столбик без накида. 3 воздушные. Столбик с накидом. Столбик. Все, дальше идем, снова провязываем в арки. Продолжаем вязать по рисунку самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последние 2 вот такие бабочки. Потом по 2 столбика в следующие 3 арки. В первую арку мы провязали в начале ряда. Вот у нас получается подряд 4. Делаем соединительный столбик, вершину начального столбика с накидом в 3 воздушную петлю подъема. 11 ряд у нас готов. Вяжем 12 ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Начальный столбик с накидом. И в следующие 3 столбика по столбику с накидом. 1, 2, 3. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И теперь нам нужно провязать сплит из 2 столбиков с 2 накидами. Итак, делаем 2 накида. 1, 2. Первую ножку сплита мы провязываем в тот же столбик, куда сейчас делали столбик, вот последний с одним накидом, в этот же столбик. Закрываем 2 накида, 2 петли на крючке. Снова делаем 2 накида, пропускаем столбик без накида и в следующий столбик с накидом вяжем вторую ножку сплита. Закрываем 2 накида,
3 петли на крючке, закрываем. Вот такой сплит. 5 воздушных петель арка. 1, 2, 3, 4, 5. И снова идет сплит из 2 столбиков с 2 накидами. Сделали 2 накида. Первую ножку вяжем в тот же столбик, куда вязали вторую ножку предыдущего сплита. В столбик с накидом. Закрыли 2 накида. 2 петли на крючке. 2 накида, пропускаем столбик без накида и вторую ножку вяжем в следующий столбик с накидом. Закрываем. Провязали второй сплит. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В этот же столбик, куда мы вязали вторую ножку сплита, провязываем столбик с накидом. И в следующие 3 столбика по столбику с накидом. Итого у нас получается 4 столбика подряд. Мы еще раз вместе сейчас провяжем, так что не переживайте. Все сейчас разберем. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Так, пропускаем 2 столбика, 1, 2, и в следующий столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3, пропускаем 2 столбика, и в следующие 4 столбика по столбику с накидом. Первый, следующий, второй. Третий и четвертый. Вот так. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И снова делаем сплит из 2 столбиков с 2 накидами. Сделали 2 накида. Первая ножка в последний столбик с накидом. Два накида, вторая ножка в следующий столбик с накидом. Три петли закрываем. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И вяжем второй сплит. Первая ножка туда же, в тот же столбик с накидом, куда и вторая ножка предыдущего сплита. 2 накида, а вторая ножка в следующий столбик с накидом. Столбик без накида мы пропускаем. 3 петли закрываем. 3 воздушные. 1, 2, 3. Столбик с накидом в этот же столбик, куда и вторая ножка последнего сплита. И в следующие 3 столбика по столбику с накидом. Четыре столбика провязали. 3 воздушные. 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика в следующий столбик без накида. 3 воздушные. Пропускаем 2 столбика в следующий столбик с накидом. И в следующие 3 столбика по столбику с накидом. Три воздушные. 1, 2, 3. И снова вяжем 2 сплита. Между ними арка из 5 воздушных петель. Все, продолжаем вязать самостоятельно по рисунку. Подошли к концу ряда. Провязали последнюю арку из 3 воздушных петель. И соединяем вершину начального столбика с накидом. Соединили. 12 ряд у нас готов. Вяжем 13 ряд. 4 воздушные петли. 1, 2,
3, 4. Это вторая ножка сплита начального. Первую ножку мы довяжем в конце ряда. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это арочка, накид. И в столбик, куда мы делали соединение, сюда же провязываем столбик с накидом. В следующие 3 столбика также провязываем по столбику с накидом. Итого у нас получится 4 столбика здесь с накидом подряд. Провязали. Теперь в следующую арку из 3 воздушных петель 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Теперь столбик в вершину сплита. Провязали столбик с накидом. В следующую арочку из 5 воздушных петель провязываем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали. Теперь столбик в вершину сплита. В следующую арку 3 столбика и в следующие 4 столбика по столбику с накидом. Так. Далее арка из 3 воздушных. 1, 2, 3. И вяжем сплит из 2 столбиков с 2 накидами. Делаем 2 накида. Первую ножку вяжем в тот же столбик, куда провязывали последний столбик с накидом. Закрыли 2 накида, 2 петли на крючке. Снова делаем 2 накида, пропускаем столбик без накида, а в следующий столбик с накидом провязываем вторую ножку, столбик с 2 накидами не до конца. 3 петли и закрываем. Такой ромбик. 3 воздушные арка, 1, 2, 3. В этот же столбик, куда провязывали вторую ножку, провязываем столбик с накидом. И в следующие 3 по столбику с накидом. Еще раз раппорт провяжем вместе. В следующую арку 3 столбика. Вот так немножко сучится иногда ниточка. Но ничего страшного. Теперь столбик с накидом в сплит. В следующую арку 7 столбиков с накидом. Провязали. Теперь в сплит столбик с накидом. В следующую арку 3 столбика.
и в следующие 4 столбика по столбику. Арка из 3 воздушных, 1, 2, 3. И снова делаем сплит из 2 столбиков с 2 накидными. Первая ножка, 2 накида, вторая ножка, 3 воздушные петли арка и снова 4 столбика, следующие 4. Все, продолжаем вязать по рисунку. Подошли к концу ряда, провязали последние вот 4 столбика, далее 3 воздушные петли арка, 1, 2, 3, и нам нужно доделать начальный сплит. Делаем 2 накида, вяжем первую ножку в тот же столбик, куда провязывали последний столбик с накидом. Провязали 2 накида, 2 петли на крючке, вставляем крючок в 4 воздушную петлю подъема вершину второй ножки и вытягиваем ниточку, через все петли протягиваем. Вот такой сплит. Так, 13 ряд у нас готов, вяжем 14 ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, это начальный столбик с накидом. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, арочка. В столбик с накидом в первый провязываем столбик без накида. Три воздушные, 1, 2, 3, накид. Пропускаем 2 столбика, 1, 2. И в следующие 17 столбиков провязываем по одному столбику с накидом. 1, 2, 3, провязываем. Провязали 17 столбиков, далее 3 воздушные, 1, 2, 3, пропускаем 2 столбика и в последний столбик с накидом, столбик без накида провязываем. 3 воздушные, 1, 2, 3, накид, вершину сплита столбик с накидом. И еще раз 3 воздушные, 1, 2, 3, в первый столбик с накидом провязываем столбик без накида, 3 воздушные, пропускаем 2 столбика и в следующие 17 столбиков также провязываем по столбику с накидом. Здесь у нас такие вот 2 бабочки. Все, вяжем по рисунку и встречаемся в конце ряда. Провязали последнюю арку из 3 воздушных и делаем соединительный столбик, вершину начального столбика в 3 воздушную петлю подъема. 1, 2, 3. Соединили.
14 ряд у нас готов. Вяжем 15 ряд. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Это начальный столбик с двумя накидами. Далее 3 воздушные петли, арочка. 1, 2, 3. И далее идет сплит из двух столбиков с двумя накидами. Итак, делаем 2 накида. Первую ножку провязываем в тот же столбик, куда мы делали соединение предыдущего ряда. Вот в третью воздушную петлю подъема. Закрыли 2 накида. Снова делаем 2 накида. И вторую ножку провязываем. Столбик без накида мы пропустили. В следующий столбик с накидом. Вот в первый из 17. Закрыли 2 накида. 3 петли на крючке. Закрываем за один прием. Провязали сплит. Теперь идет арка из 4 воздушных. Немножечко пошире арочка. 1, 2, 3, 4. И далее у нас сплит из двух разновеликих столбиков. Первая ножка – это столбик с двумя накидами, а вторая ножка – столбик с одним накидом. Итак, делаем 2 накида. Провязываем первую ножку сплита в тот же столбик, куда мы провязывали вторую ножку предыдущего сплита. Закрыли 2 накида. 2 петли на крючке. Накид. Пропускаем 2 столбика, 1, 2, и в следующий вяжем вторую ножку. Столбик с накидом не до конца. Вот провязали накид, 3 петли на крючке. Подхватили ниточку и закрываем все за один прием. Вот такой сплит. Первая ножка 2 накида, вторая ножка 1 накид. Далее в следующие 9 столбиков по одному столбику. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 9. И снова идет сплит из двух разных столбиков. Но теперь наоборот. Первая ножка будет столбик с одним накидом. Следующий столбик. Провязали столбик с накидом, но не до конца. 2 петли на крючке. Делаем 2 накида. Пропускаем 2 столбика. И в последний, вот в 17 столбик, провязываем вторую ножку. Столбик с двумя накидами. Не до конца. 3 петли. Закрываем. 4 воздушные петли арка. 1, 2, 3, 4. 2 накида. И теперь идет сплит из двух столбиков с двумя накидами. Здесь у нас одинаковые столбики. Итак, первая ножка в тот же столбик с накидом, куда и вторая ножка предыдущего сплита. 2 накида. Пропускаем столбик без накида и в следующий столбик с накидом вяжем вторую ножку. Закрыли 2 накида, 3 петли на крючке. Закрываем. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И далее идет столбик с двумя накидами. Сделали 2 накида и в вершину столбика с накидом следующего провязываем столбик с двумя накидами. В этот же столбик мы провязывали вторую ножку предыдущего сплита. Вот такие у нас звездочки тут получаются. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3 арка. И снова сплит из двух столбиков с двумя накидами. Первая ножка в тот же столбик, куда вязали последний столбик с двумя накидами.
2 накида, пропускаем столбик без накида и в следующий столбик с накидом вторая ножка. Провязали. Далее 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И снова вяжем сплит из разных столбиков. Первая ножка с двумя накидами провязываем в тот же столбик, куда вязали последнюю ножку предыдущего сплита. Закрыли 2 накида. Накид. Пропускаем 2 столбика. И в следующий вяжем вторую ножку. Столбик с одним накидом не до конца. 3 петли. Закрываем. Снова провязываем 9 столбиков. В следующие 9 столбиков по одному в каждый столбик. И теперь снова сплит. Первая ножка, столбик с одним накидом, в следующий столбик с накидом. 2 накида, а вторая ножка через 2 столбика. 2 пропустили, и в последний столбик с двумя накидами не до конца. Закрываем. Снова 4 воздушные петли, арочка. 1, 2, 3, 4. И сплит из 2 столбиков с двумя накидами. Первая ножка туда же, куда последнюю ножку провязывали предыдущего сплита. 2 накида, столбик без накида пропускаем, и в следующий столбик с накидом вторая ножка. Три воздушные, 1, 2, 3. Столбик с двумя накидами в тот же столбик, куда вторую ножку провязывали. Три воздушные, 1, 2, 3. И снова сплит из 2 столбиков с двумя накидами. Первая ножка в тот же столбик. 2 накида, а вторая ножка в следующий столбик с накидом. 4 воздушные. И снова разновеликий сплит. Первая ножка. Столбик с двумя накидами не до конца. Один накид, пропускаем 2 столбика, в следующий вторая ножка. Далее 9 столбиков с накидом. Вот такие паутинки у нас с вами получаются. Все, вяжем по рисунку. Провязали последнюю арку из 3 воздушных петель и делаем соединительный столбик в четвертую воздушную петлю подъема вершину начального столбика с двумя накидами. 1, 2, 3, 4. Соединяем. 15 ряд у нас готов. Вяжем 16 ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Начальный столбик с накидом. 2 накида, и вершину сплита провязываем столбик с двумя накидами. Далее арка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь провязываем сплит из 2 столбиков с двумя накидами. Итак, делаем 2 накида. Первую ножку вяжем в вершину сплита, туда же, куда мы провязывали сейчас последний столбик с двумя накидами. Закрыли 2 накида, 2 петли на крючке. Снова делаем 2 накида и вторую ножку вяжем в вершину следующего сплита. Вот этот сплит у нас разновеликий. Вот в него провязываем вторую ножку.
закрываем 2 накида, 3 петли на крючке. Все, сплит готов. Снова делаем арку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И далее идет у нас сплит из 2 разных столбиков. Первая ножка — это столбик с 2 накидами. Сделали 2 накида. Провязываем ее в тот же сплит, куда мы провязывали последнюю ножку предыдущего сплита. Закрыли 2 накида, 2 петли на крючке. Накид. Пропускаем 2 столбика, 1, 2. И в следующий вяжем вторую ножку, столбик с 1 накидом. 3 петли, закрываем. В следующие 4 столбика провязываем по 1 столбику. 1. Следующий, второй столбик с накидом, следующий, третий, и в следующий столбик, четвертый столбик с накидом. И снова провязываем сплит из 2 разных столбиков. Итак, первая ножка, столбик с 1 накидом, следующий столбик, 2 накида, пропускаем 1 столбик. И вершину следующего сплита провязываем вторую ножку, столбик с 2 накидами, не до конца. 3 петли, закрываем. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. Снова идет сплит. Первая ножка в вершину того же сплита. 2 накида, вторая ножка идет в вершину следующего сплита. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И снова провязываем столбик с 2 накидами. Вершину того же сплита, куда провязали последнюю ножку предыдущего сплита. Накид. В следующий столбик с 2 накидами делаем столбик с 1 накидом. Вот мы провязали 1 раппорт. Давайте еще раз сделаем 2 накида. Вершину следующего сплита столбик с 2 накидами. Пять воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Арочка. Далее сплит из 2 столбиков с 2 накидами. Первая ножка. Вершину того же сплита. 2 накида. Вторая ножка. Вершину следующего сплита. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И далее идет сплит из 2 разных столбиков. Первая ножка, столбик с 2 накидами, вершину того же сплита. 1 накид, 2 столбика пропускаем. В следующий столбик вяжем вторую ножку, столбик с 1 накидом. Далее идут 4 столбика с накидом. И снова сплит. Первая ножка, столбик с 1 накидом. 2 накида. 1 столбик пропускаем. Вершину следующего сплита. Вторая ножка, столбик с 2 накидами. Не до конца. 3 петли закрываем. 5 воздушных. Сплит из 2 столбиков с 2 накидами. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, столбик с 2 накидами, вершину того же сплита, столбик с
столбик с одним накидом, в следующий столбик с двумя накидами. Провязали второй раппорт. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Провязали последний столбик с двумя накидами и делаем соединительную петлю 1, 2, 3 в третью воздушную петлю подъема вершину начального столбика с накидом. 16 ряд у нас готов.